В выставочном зале Дома ученых заканчивается монтаж большой выставки из Перми «На восток», открытие которой состоится 15 августа в 18 часов. На выставке будут представлены около 100 работ художников Пермского края. По нынешним временам это потрясающий проект, это очень объемные вещи, это глубокие работы, это не конъюнктурное какое-то гламурное, а именно серьезное искусство. Художники разных школ, разных традиций, но они все вместе создают Пермскую школу живописи. На открытие приехало 12 художников, чтобы рассказать о своей школе живописи и провести творческие встречи с новосибирскими художниками и жителями Новосибирска. Перед открытием выставки гости уже начали знакомиться с нашим краем и в первую очередь с Академгородком. Ведь символ науки Сибири – это тоже интересная тема для творчества. Это выставка пермских художников, это скульпторы, это художники декоративно-прикладного искусства, это живописцы, это художники разных видов искусств, которые живут и работают сегодня в Перми. Пермская школа изобразительного искусства – это сегодня уникальная школа, потому что в Перми в 90-е открылись два больших вуза. Это филиал уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. И это кафедра живописи в Пермском государственном институте культуры. Пока заканчивается монтаж полотен, а уже 15 августа выставочные залы Дома ученых встретят своих гостей. Почему на восток? Потому что пермские художники в 21 году представляли свои работы и нашу Пермскую школу изобразительного искусства в Москве при поддержке фонда президентских грантов. А в этом году наше движение началось на восток. Мы хотим общаться, дружить с художниками Новосибирска, с художниками восточного направления. Поэтому теперь, сегодня наш путь лежит на востоке. Вот сегодня мы в городе Новосибирске. Наш город организаторами выставки выбран не случайно. Между художниками из Перми и новосибирцами уже давно установились творческие контакты. Поэтому встреча старых знакомых была такой теплой. Этот проект проходит при поддержке художников и художников Новосибирского академгородка. Это наш проект поддержала Наталья Яковлева, замечательный художник, общественный деятель. И проект поддержала заведующая отделом Новосибирского дома ученых, заведующая выставочным отделом Ирина Бич. После открытия экспозиции у пермяков и новосибирцев запланирован совместный пленэр на Алтае. А в феврале следующего года по итогам поездки откроется большая выставка в Перми, где также будут представлены работы новосибирских художников, участников проекта. Оказывается, даже в наше непростое время можно найти возможности для организации интересных проектов. Может быть, пример гостей наконец вдохновит и новосибирские творческие союзы.